Jevamayishe kitasauhidartha janeshu dehantaravartikeshu gehesu yayatma jarati matsu na priti yukta javadarthas chaloke jevamayishe kitasauhidartha janeshu dehantaravartikeshu Гехешу яятма жарати матсу, на прити юкта явадартха шалоке. Гаурия Гоштхипати, Срисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Гошвами Чакур Прабхато, those who are speaking, we like to... Гаурия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что те хотят, те, кто заявляют, что хотят жить спокойной жизнью и говорят, чтобы никто не беспокоил их. И вот Шишила Прабхупад говорит про таких людей, которые стремятся к спокойной жизни, чтобы их никто не беспокоил. И вот Шрила Прабхупад говорит, что у таких людей, несомненно, есть скрытое пассивное вожделение в их сердцах. Иначе как они могли сказать так, в то время как мы видели, что они пришли совершать Гаудия Баджан, каково смысл Гаудия Баджана, Шрила Сарасвати Такур говорит. Те, кто стремятся к какому-то покою, у них нет желания служить Верховному Господу. И поэтому Шрила Бхактивинода Такур, чтобы дать нам прекрасный урок, он в одном из киртанов говорит. Любые беспокойства и проблемы, которые приходят в мою жизнь, на пути служения Тебе, я могу принять это. Я приглашаю все проблемы прийти в мою жизнь, но я не отклонюсь от пути, указанным Садгуру. И это единственный девиз настоящего преданного. И поэтому мы находим такие слова. Према-таттва нельзя сравнивать с любовью. Это слишком разные понятия, что такое према — это нечто отличное. И вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, что те, посвятившие себя души лотосным стопам Садгуру, те, кто посвятили свою жизнь служению Садгуру, они хотят служить Верховному Господу под руководством Гуру Саду, Гуру Вайшнавов. Вчера я говорил о на научном описании того, что зовется экаян-падьятия, уникальный экаян-падьятия. Что это такое? Как Веда, например, это экаян-падьятия. Это то, что исходит через один канал, любое служение. Любые качества. Это должно быть направлено через одно направление, один канал к Гуру Парампаре. А если мы отклонимся от этого пути, то ложное эго возникнет у нас, и такое умонастроение может убить нас. Духовная смерть — это настоящая смерть. Кто-то говорит мне, что кто-то, как можем потерпеть такую сильную речь. Если вы не можете что-то переварить, то вам нужно какое-то лекарство для усиления пищеварения. И вот мой вопрос, кто спасет вас? Мой вопрос вам,
кто спасет вас, отец, мать, ваши друзья, кто еще спасет вас? Те, кто проявляют к вам так называемую любовь и имеющие какие-то отношения с вами, они могут спасти вас, разве они могут спасти вас? И поэтому вы должны думать снова и снова. И поэтому в Бхагаватам мы находим такие слова. Тот, кто не может спасти меня от неизбежной смерти. Многие не могут видеть смерти, которая стоит перед вами. Если кто-то увидит эту смерть, то он уже будет думать по-другому. А из-за того, что мы не видим эту нашу смерть, то мы думаем так. Никто не может спасти нас от смерти, ни отец, ни мать, ни муж, ни жена, ни прочие родственники и даже полубоги. Никто не может спасти нас от смерти. Кто-то слышал, что Шанкар Бхагаван может спасти. Да, Шанкар Бхагаван может, но не прямо. Вот есть такая шлока «Каши Маранат Мухти». Если вы умрете в каше, будете помирать в каше, то обязанность Махадева произнести мантру в ваше ухо, благодаря которой вы постепенно получите возможность совершения баджана и обретения мухти. То есть не мукти вы обретете, а возможность обретения мукти. Но смотрите, Вишну – это единственная личность, которая может даровать мукти. И также никто не может спасти нас. А что может спасти нас? Только према. Я в последующие дни буду говорить об этом. Никто не может спасти нас, ни отец, ни мать, ни муж, ни сестры, никто. Любые деньги, любое образование, власть или еще что-то не может спасти вас от смерти. Что такое защита? Это не телесная защита. Кто-то может находиться в каком-то охраняемом месте, но я не говорю об этом. Духовная защита имеется в виду, когда мы увидим, что нет никого, кто бы мог защитить нас по-настоящему. И это признак великой опасности. А что значит? Шрила Прабхупада хотел сказать, что если нету садгуру, нашего наставника, кто может защитить нас от неминуемой опасности? И тогда мы можем потеряться в этом бесконечном мире. Если вы потеряетесь в этом бесчисленном мире, в котором бесчисленное число душ, вы можете всю жизнь посвятить подсчету этих душ, и то не почитаете. И вот если вы потеряетесь в этой вселенной, то где вас найду? И где вы найдете своих детей, например, или прочих родственников? Если вы потеряете эту возможность человеческого рождения, то как же потом найтись? Но если у вас есть связь с чистыми вайшнавами, дикша и шикшагуру, то сиддханта такова, что внешне, если вы потеряетесь, то садгуру, он может найти вас и вытащить с вашего плачевного положения. И поэтому Парампуджапад Шридхар Дев Госвами Махарадж, он говорил так. Он говорил достойную сиддханту. Если у вас есть какая-то настоящая искренняя связь с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном, то они спасут вас. И каково же объяснение этой шлоки? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом.
Те, кто тот даровал мне дикшу благодаря своей беспричинной милости, тот, кто пролил на меня несравненную милость, не бесподобную милость, я обрел Шрилу Бхактипрамода Пуридева Госвами Махараджа в качестве моего Гурудева. И если я неудачен в этой жизни, то в следующей жизни кто будет? Наш Гуру, этот же Гуру. Но это от непонимания Гуру Таттва. Много споров на эту тему. Одно и то же. Люди не понимают Таттва Вигьян. И как они могут понять, они заняты спорами друг с другом за положение уважения в обществе и прочие временные вещи. Но даже в нити-шастрах говорится не в наших духовных писаниях, а в нити-шастрах. Если вы найдете нечто прекрасное, очень какое-то прекрасное учение, которое может находиться, имеется в виду, если услышите какие-то прекрасные слова от какого-то человека, который не занимает высокое положение, даже если какой-то ребенок скажет нечто прекрасное, очень мудрые слова. И вот когда Кришна Баларам говорят перед Нандой и Ясодой, их слушают старшие, и вот они спрашивают, почему вы совершаете Индрапуджу, какое благо получите от этого. И постепенно с этого смиренного вопроса они переходят к сокровенному смыслу Веданты. Они говорят, что вы должны поклоняться должному источнику, из которого исходит это все. Кришна Баларам, когда они были детьми, они давали такие советы. Если мы благодарны, мы должны быть благодарны Верховному Господу, который организует все. А кто такой Индра, чтобы что-то даровать нам, дождь или еще что-то? И вообще, если мы поклоняемся, кому-то нужно поклоняться Гирираджу Махараджа, поскольку этот Гирирадж, он так много дает нам. Мы пастухи, мы пасем коров на Гавардхане. И этот Гирирадж, он ловит облака, и они дают дождь нам, и благодаря этому растут различные растения и там плодородные луга для того, чтобы паслись коровы. И вот если мы собираемся поклоняться кому-то, лучше всего поклоняться Гирираджу из-за нашей благодарности к нему. Благодарность — это очень важно. Может, вы слышали такую пословицу? Как чистота. Вот в английском есть такая пословица. Чистота — это... Она... Смахарадж на станции такую видел табличку, что чистота — это путь к божественности. Это шаг к божественности. Может, люди не понимают этого правильно, думают о какой-то физической чистоте, но также и если наше сердце очистится, то тогда Господь может явиться там. Actually, but they don't know me.
И вот таким образом Кришна Баларамани смиренно говорили такие слова, что как, кому мы должны поклоняться, и хотя во время Гавардхана Пуджи вот Махарадж объяснял, что если они собирались поклоняться, и вот эти вражеваси собирались поклоняться Индре, то это тоже бхакти. Если мы будем поклоняться Индре, то это не будет бхакти. Мы должны слушать Харикатху снова, чтобы понять это, почему. Если вражеваси поклоняются Индре, то это бхакти для них, а для нас нет. И почему? Я должен объяснить это, чтобы вы поняли сокровенную суть Рагануга Баджана. Сегодня день Мадхавенда Пурипады, я должен говорить об этом также. Почему это бхакти? Почему Шачимата, когда она поклонялась Шасти, к этой полубогине, это тоже бхакти. И вот это Махарадж эту книгу переводит на эту тему. И вот Махарадж где-то 12 лет назад опубликовал эти несколько книг, и вот постепенно переводит на английский. И вот там говорится, что Шачима, она молится Шасти Ма, она одна из этих деви, из полубогинь. Можно сказать, что это она одна из форм Дурги, она отвечает за маленьких детей. У нее такая эта область, что если помолиться, то дети они успокаиваются и выздоравливают. И вот это она пошла поклоняться этой Шасти Ма. И вот она приготовила какое-то подношение, пока Нимая не было, она пошла, приготовила все и собрала фрукты, цветы, свои сладости для подношения и пошла на Шасти Пуджу. И тем временем Нимай позвал: «О, мать, куда ты идешь?» И вот она сказала, что иди домой, не спрашивай. Нет, он начал спрашивать, куда ты идешь, чего у тебя там в руках. А она говорила, что ничего нет, и я тебе дам попозже, иди домой. Нет, он говорил, что я хочу увидеть, что в твоих руках. И в итоге Нимай пришел, вышел без одежды, забрал эти подношения. И она подумала, что он сейчас осквернил все, как ему можно поклоняться этой Шасти Ма. И вот Нимай сказал, что зачем ты поклоняешься, если я приму это подношение, она будет очень довольна этим. И Шасти Ма сказала, что не надо говорить так. И смотрите, they already know by childhood what is the footprint of. They know. They getting already indication. Still they. И вот смотрите, они из-за того, что из-за своей огромной любви и привязанности к Нимаю, они много раз получали веские доказательства, что он Верховный Господь, но забывали каждый раз об этом. И вот если Нанда Махарадж поклонился Индре, то это тоже бхакти, поскольку все, что они делают, это для блага Кришны и Кришна Дамы. И вот если они что-то делают, and what we are doing, all for personal
И вот можно видеть, что они делают все для Кришны. А если мы что-то делаем, то получается, что делаем для себя. И поэтому мы не можем совершать правильный баджан. Кто-то может вдохновить вас на майя севу, например. И таким образом мы заняты служением майи все время. И вот суть в том, что эта шлока, с которой я начал, она очень важна. Те, кто имеют огромную любовь ко мне. И вот Ришабхадев говорит своим сыновьям. They have no time to criticize anybody. But surely they can establish Siddhanta. Regarding Siddhanta, they cannot go back because they are in a position to represent Absolute Truth. That's why Prabhupada was speaking, always speaking, И вот Шрила Прабхупада говорит, что я действую как ачарья, и поэтому моя обязанность утвердить сиддханту. И если есть какой-то сиддханта-вирот, отклонение от сиддханты, то обязанность ачарьи исправить все это. И вот Шрила Прабхупада говорит, что те в Враджавасе. И вот служить в Враджавасе – это наша наивысшая цель. Мадхур Вираха. Что такое Мадхур Вираха? Мадхуранат. Они говорят это слово Мадхуранат с любовью и гневом, любовно-гневным настроением. А почему? И вот они говорят, что сейчас Кришна, что ты Мадхуранатха, и ты забыл о нас. И говорится, Шрила Прабхупада говорит, вот Кришна уехал в Мадхуру, и его зовут Мадхуранатхам, и у них глубокое чувство разлуки. Настолько глубокое, что мы не можем представить. И вот первое, я хочу напомнить вам, что если вы осознаете это, никто в этом бесчисленной вселенной не сможет. Потому что если вы поймете, что никто, кроме Гуру Вайшнавов и Бхагавана, не может спасти вас, только Гуру Вайшнавы, они могут спасти нас. Только они могут спасти нас. И вот это ваша обязанность следовать наставлениям Гуру Вайшнавов совершенно. Естественно, если Гуру Вайшнавы какой-то, точнее, если люди, какие-то люди новую сиддханту создают, это неправильно. Но та сиддханта, которая находится в нашей наставнической преемственности, как, например, если письмо нам пришло, то почтальон должен передать нам письмо в целости и сохранности, а не исказить его содержание. И также Харикатха. Харикатха очень. И нельзя говорить вайшнавам, чтобы они говорили какую-то сладкую харикатху, поскольку вайшнава виднее, что ему нужно говорить. Гуру Вайшнавы настолько милостивы, что иногда они вынуждены говорить какие-то сильные, жесткие вещи. Шрила Прабхупада говорил, что мы что иногда слова Вайшнавов должны быть настолько сильны, как динамит, чтобы разрушить покрытие невежества над нашей способностью осознания.
some mud. Only water you can little bit there. Dhuli there, first is dhuli, or dust part. If you put one mirror, long time in a room, you can find now, after 1 year or 6 months, all dust on the room. On the mirror, you can see. That's very easy. I will even blow the hand. That's called dhuli layer. Dhuli layer, covering up dust particles, covering up mud. That is also, you have to take a little bit trouble. You have to get some water and clean it. Dhuli layer, kardam layer, postar layer. Postar is no stone. What do you know? How long you are hearing Harikatha? So that you can digest this katha. So kardam lep, dhuli lep, kardam lep, you know, prastar lep, banjara lep. That's why Baba is asking. We should charge it. И вот Шрила Прабхупада говорит, что харикатха иногда должна быть так же сильна, как и взрыв динамита, чтобы разрушить это покрытие невежества. Но что это? Гуру Вайшнава, они подобны целителям Бхававадья. Они могут иногда давать сладкое лекарство или горькое, в зависимости от того, кому что нужно. И у нас нет права возмущаться этим. Они думают, что это необходимо, и поэтому они используют это. Чтобы вылечить вас. И вот часто Шрила Прабхупада говорил, что если я хочу обрести абсолютную истину, то в этом случае я должен следовать настоящим Гуру Вайшнавам, осознавшим себя душам. Если я ищу путь, ведущий к абсолютной истине, я должен игнорировать бесчисленные голоса мирской мудрости и следовать только самоосознавшей себя душе. И поэтому Шрила Прабхупада, он хотел показать вам, что есть что. Я знаю, что вам может быть неудобно, но все равно идите ко мне. Какие-то люди думают, что такие, что какие-то люди милостивы, но часто под личиной милостью скрывается какой-то убийца. И что такое настоящая милость? Если я пролю на вас милость, и вы примите эту милость, то вопроса падения не возникает. Милость, Шрила Прабхупада говорит, что милость — это не значит говорить какие-то красивые слова перед публикой. Милость значит показать людям, что есть что, и дать им возможность осознать себя и свое настоящее «я». И Шрила Прабхупада, он говорит, что это есть настоящая милость. Mercy doesn't mean that I can give you a parnam or pusparna. You can say, oh, Maharaj, giving me so much prasada. It's not mercy. You don't know the actual definition of mercy. Не все знают настоящее определение милости, поэтому они запутаны. Просто дать кому-то денег или накормить — это не настоящая милость. И вот преданные Гауди из Гауди Матха и Гауди Миссии, раньше это было едино, я говорю об этом идеале. Гауди Миссия основана Шрила Прабхупадой. И вот они все, они посвящают всю свою энергию для того, чтобы Верховный Господь был доволен. Они не ищут ни капли каких-то корыстных интересов, они всегда воспевают славу Верховного Господа. И как они проповедуют, с каким настроением. Перед тем, как принять саньяс, нужно знать это, поскольку Кришна Бхагаван говорит, те, кто принимают отреченный уклад жизни саньяса,
они должны относиться ко всему миру как к своим детям, даже насекомые. И черви, они наши дети. И вот Саньяси, он такой, подобный Вселенскому Отцу, должен быть, но не все понимают это чувство. Саньяс значит, вы посвятили, взяли обет достичь того уровня, который показан Шрилы Прабхупадой Бхактисиддханты Сарасвати. И вы также должны пролить милость на всех. Когда Шрила Прабхупад говорит, и кто-то, когда говорит, что кто-то делает то и то, и те неправильные действия, Шрила Прабхупад говорил, вот Шрила Прабхупад говорит, что такие люди, наверное, совершают какой-то великий баджан, что они думают, что достойны критиковать других, но только чистые гуру вайшнавы не могут указывать другим на их недостатки, но это опять же только тогда, когда у них сердце будет полно милости и никакой зависти никому не будет там. Обычные люди не могут это делать беспристрастно, и поэтому Шрила Прабхупада говорит, не пытайтесь критиковать других. Кто-то хвалит, например, но и хвалить тоже не надо. Почему? А почему? Вы критикуете или хвалите кого-то, это опасно, как то и так иное. Почему? Кто-то хвалит, да. Но когда вы хвалите вашего друга, например, вы думаете о том человеке, которого хвалите, и думаете о его материальных качествах, понимаете? Или когда вы хвалите своего друга, например, вы представляете его образ и прочее, и ваша концентрация на происходит на материальном объекте, поэтому это причина вашего рабства, вашей обусловленности, и критикуете вы когда кого-то, то же самое, это тоже оскверняет наше сердце. Мы не можем поддерживать чистоту таким образом, но чистые гуру вайшнавы, они всегда чистые, поскольку у них никакой враждебности. А почему? Чтобы спасти ситуацию, которая уже раз развалилась. И вот они, гуру вайшнавы, они исполняют обязанности, которые даны им Верховным Господом. И когда Джива Госвами Пад, он когда он разрушил Сиддханту Рамануджа Ачарья, но он, не значит, что он спорил с ним с полным уважением. Шрила Джива Госвами Пад говорит, это Сиддханта мы не можем принять, поскольку в нашем Гаудия Бхаджане наш Гаудия Бхаджан более тонок. И до такого уровня мы должны возвыситься и смотреть Рамануджачарья, он не ответственен за это. Он сделал то, что Господь дал ему сделать до определенного уровня, и с того уровня абсолютно может быть виден так. Но Гаудия Вайшнава, Рупа Санатана, они гораздо выше. И Джива Госвами Пад так со смирением, он говорит, что это Сиддханта в нашем случае неприменимо, но применимо в их случае. Но опять же, несмотря на то, что он оспорил Сиддханту Рамануджачарья, это не значит, что он его не уважает. И вот смотрите.
Так или иначе, мы концентрируемся на плохих или хороших качествах того человека, которого мы хвалим, или ругаем, то наша концентрация уйдет на них. И вот если мы будем даже бить гуру Вайшнавов, то они никогда не изменят свои сиддханта. Если они что-то сказали, что это так и будет, и под любыми воздействиями они не изменят свои сиддханты, поскольку сиддханта, она не меняется, она неизменна, как лук и стрелы. Если стрела, она улетела к цели, то эту стрелу уже не вернуть. Так и если слова, которые зашли из уст гуру и вайшнавов, они очень важны и неизменны, подобные выпущенной стреле. Ее нельзя вернуть назад. That kind of rigidity should be there in you. Otherwise, how you can do this kind of bhajan? И такая решимость должна быть у нас, иначе как мы можем совершать баджан? Как мы можем надеяться совершать баджан? И вот Шрила Бхакти, он такого говорит. Дирата, Сарлата и Нирапекхата. Эти три важные качества должны быть вайшнавов. Другие качества, они могут явиться, бесчисленные качества, но эти три главных качества, они ясно видны в вайшнавах. И Сарлата, значит, простота. Нет никакого лицемерия. Вот как в этой шлоке говорится. И также они не должны ожидать почета в свой адрес, и только они могут говорить об абсолютной истине, и никто иной. Только тот может говорить об абсолютной истине, кто выражает почтение всем и не ожидает его к себе. И вот сарлата, простота, так значит, нет, не значит глупость, это значит простота. То есть то, что есть в его сердце, он это говорит, а это то говорит, то, что он не осознал своим сердцем, то такой человек-обманщик, как кто-то говорит о Рагануга Бхаджане, но кто он, чтобы говорить об этом Рагануга Бхаджане? Часто бывает, что только мошенники говорят об этом. Сначала нужно дать основу, и потом возвеститься. И вот вы не должны говорить какую-то сухую философию, то есть говорить то, что вы не осознали своим сердцем. Нужно говорить людям только то, что вы осознали сами на в своей жизни. И вот это очень важно. А почему? Согласно Санхья-йоге. Благодаря взаимодействию Пракрити и Пуруша можно увидеть весь этот мир, который полон майя. Если вы не утвердились в Адвагьян-татве, то на каждом шагу вы встретитесь с проблемами. Кто-то может привлечь себе какой-то красивой девушкой или красивым молодым человеком, или каким-то богатством, или и еще чем-то. They are searching their own facility. It's bondage stage. What is bondage stage? What is not bondage stage? И что такое обусловленность и необусловленность Пракрити и Пуруш? Они есть два вида Пуруша. Пурушей.
Один внутри нашего сердца, как параматма, парампуруш. И вот он в форме параматмы и другой пуруш. И значение пуруш каково? Тот, у кого есть эго. Что я делающий, это зовется пурушем, тот этот считает себя действующим. И таким образом все дживы в этом мире, они пуруши. У них есть концепция того, что они делают что-то, деятеля. И вот там они думают, что они делают что-то сами, и это причина их обусловленности. И вот все дживатмы, те, кто, у кого есть ложное эго, это концепция делающего. Это зовется пурушаха. И это материальное тело дано вам по той причине, поскольку вы должны получить последствия своей кармы. И поэтому вы получили это материальное тело. И вот материальное тело, состоящее из пяти элементов, и значение этого слова «пуруша» «пурдехи васати ити пурушаха». «Пуруш» не значит мужчина или женщина, «пуруш» значит, некоторые считают это, что «пуруш» – мужчина, но это нет. «Пуруша» значит тот, кто пребывает в этом телесном храме. То есть та душа, которая пребывает в теле, она Пурушей зовется. Этот пур храм Параматма также там. И вот один Пуруша – это ложное эго, которое полностью ложно. И второй Пуруш – это тот, чье эго, истинное «я» не ложно. Он вездесущий, все проникают, все пребывающий Верховный Господь. Когда я говорю, что я слуга Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, то, может быть, я обманщик, но когда всем сердцем я осознаю это, то тогда я... Это будет другое, это будет хорошее отождествление, если мы говорим о себе, как Кришна Даси, что я слуга Кришны. А если вы почувствуете это всем сердцем, то тогда ваше эго, оно будет совершенным. И поэтому Хануман, когда Равана спросил: «О, кто ты, обезьяна?» И вот Хануман начал думать, что же ответить. Он в том агонии пребывает, и что здраво не ответить. И вот Ситадеви, она пришла в тонкой форме в его ухо и сказала: «Что ж тебе не сказать, что ты слуга Рамы?» И он сказал: «Да, замечательно, так и скажу». И вот Хануман относился к Сите как к своей матери. И вот Сита, она дала ему такую идею, чтобы он сказал, что он слуга Рамы, и ему очень понравилось это, и сказал, что я слуга Рамы. И Равана засмеялся: «Ты слуга, ты настолько могуществен, я думал, ты царь какой-то страны, но ты какой-то слуга». И вот он сказал: «Да, я слуга Рамы, а ты слуга моя». И в этом разница. Я слуга, но слуга самого Рамы, а ты просто слуга моя. И в этом разница. И чего ж ты смеешься? И поэтому Хануман начал шутить. И вот Раван сидел на троне, Хануман увеличил свой хвост, и Раван приказал, чтобы подожгли хвост к
Ханумана, и Хануман подумал, что это возможность сжечь Ланку. И вот когда подожгли его хвост, он начал прыгать по домам и таким образом поджег всю Ланку. И вот кто-то спросил: «О, Хануман, ты великий вайшнав, ты убил всех жителей Ланки, и зачем это, как ты посмел, ты же вайшнав?» И он сказал, что «я не совершил никакой ошибки, я не совершил дживахимсы, но как ты же сжег всю Ланку? Я слуга Рамы. Я вынужден исполнять свои обязанности как слуга Рамы этим временем. И если что-то случается в процессе, то это Рама ответственен за это». И вот мы возвращаемся к Юкта Вайраги, к жизни Мадхавенды Пурипады. Хануман Махарадж выражает Юкта Вайраги. Иногда он молится лотосным стопам Рамы и Лакшмана, иногда говорит: «О Господь, ты можешь сесть на мои плечо? Рама здесь, и Лакшман здесь, и я перенесу вас куда надо». Это Юкта Вайраги. Мы должны понять очень прекрасные вещи здесь. Нам не нужно бегать сюда и туда. Я много раз говорил, что под именем сатсанги, если вы ходите туда и сюда, чтобы совершить немного сатсанги, то в этом случае я не могу защитить вас. И вы должны быть очень искренни, чтобы понять то, как жить, куда ходить, куда не ходить, поскольку я не могу вам одновременно заниматься сатсангой и асатсангой. Нужно выбрать что-то одно, а параллельно невозможно совершать сатсангу и асатсангу. И вот Хануман, он думал о себе как о Рамдасе, как о слуге Рамы. И если вы осознаете, что вы вечный слуга Кришны, то это есть мукти, освобождение. Согласно Гауди Сиданте, что такое мукти? Это когда вы утвердитесь в вашем служении. И вот согласно Гауди Даршану, мукти — это пытайтесь понять, что вы слуга Садгуру. И если кто-то найдет какие-то проблемы в Гуру Парампаре, то вы должны принять прибежище у могущественного Шикшагуру, кто может действовать как компенсирующий фактор и опять давать вам силу. И поэтому Джива Госвами подсказал, что у нас нет права различать между Верховным Господом и Его преданными, поскольку это одна единая татва. Как мы можем критиковать преданных? Это все единая татва, у нас нет права критиковать кого-либо. Татва она одна и едина, но является в разных формах. И вот Шрила Прабхупад говорит так, что вы должны быть очень осторожны насчет Гуру Вайшнава татвы и Джива Госвами Патон. Предупреждает нас наивысшие Таттва Ачарья во всем нашем Гаудия обществе. Во всех мирах вы не можете найти бандита, который мог бы быть подобен ему. Он несравненен и бесподобен. И вот он говорит, Джива Госвами Пад говорит, и у нас нет права спорить его сиданту. И вот по разрешению Гурудева, по не нарушая и не беспокоя главную Гуру Севу, и вообще если ваш Гуру Садгуру, и вот
Если мы служим Сиддхарту Госвами Махараджу, то наш Гурудев очень счастлив. Я слышал от Гурудева, я сидя в Ясасане, слышал, что он говорил, что если вы служите Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджу, это не отлично от служения мне. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж говорил так, я был в Пури однажды. И вот Гуру Махарадж говорил 10 часов практически, иди, ты должен слушать Харикатху там, Мадхава Госвами Махарадж там. И вот я слышал, они опубликовали жизнеописание Мадхава Госвами Махараджа, и Шрила Пури Госвами Махарадж просил принести ему эту книгу. И смотрите, как мой Гурудев хотел научить меня, но я как обезьяна не смог принять этот достойный урок. И теперь я понял, но это сокровище уже ушло. Он просил меня принести несколько книг о Шриле Мадхава Госвами Махараджа, хотя Мадхава Госвами Махараджа, он младший брат Боги Шрилы Пури Госвами Махараджа. И, но смотрите, какое отношение к его брату Боге. Гурупад Падма сказал, что если вы служите Шриле Мадхава Госвами Махараджу или Шриле Прабхупаде, это служение мне. И вот в моей жизни два случая. Если я совершал служение, я служил Шриле Прабхупаде или Шриле Мадхава Госвами Махараджу. Вот читание матхи там никому не позволяют говорить в их матхе, если у вас нету, если вы посвящение в этом матхе не получили посвящение, только вот Бабаджи Махараджа позволили говорить там. И вот Махарадж говорил какое-то время. Это давно было, лет больше 10 лет назад. И поэтому Шрила Пури Госвами Махараджа никогда не говорил, что нельзя ходить к Шриле Мадхава Госвами Махараджа или Бхактирайкхат Сиддхарта Госвами Махараджа, поскольку он знал, что татва, она едина и неделима. Если мы будем разделять, то проблемы придут к нам и к нашим последователям. И таким образом, вначале всего, мы должны понять свое собственное положение. И я хочу вернуться к изначальной точке вернуться к теме Шрилы Мадхавенды Пурипады, поскольку не имея связи с Шрилой Мадхавендой Пурипадом, даже Махапрабху, он выгонит нас. Если мы будем отрицать нашу связь с Шрилой Прабхупадой, то Майя, она сбросит нас в этот океан Майи. Если мы оставим связь с Шрилой Сиддхартой Госвами Махараджа или Шрилой Кешавой Госвами Махараджем или Госвами Махараджем, я вот могу показать Харикатху Шрилы Кешавы Госвами Махараджа. Он, его, вот какую огромную любовь он имел к своим братьям в Боге. И вот он говорил на Харикатхе, что мой брат в Боге отправился на Запад и так замечательно проповедовал, удивил весь мир. И вот он с огромной гордостью говорил, что он мой брат в Боге. И про Госвами Махараджа. И вот Шрила Прабхупад, он... И вот что Сиддхарта Госвами Махарадж, он случай проповедник в Сарасвати Гауди Сампрадае. Как мы можем нарушить эту сиддханту? Шрила Прабхупад сказал об этом. Он даровал им титулы какие-то. Ну, конечно, встречаются иногда не вечные спутники Шрилы Прабхупады, которые какие-то проблемы по пути создают, но на пути к этой абсолютной истине, которая очень высока и неприступна, всегда Майя есть, как пример с Амритой, когда спахтали океан, собрали Амриту, и сколько сражение было за эту амриту, вы должны понять это. Вы не должны критиковать кого-либо. Если есть такая наивысшая цель, это естественно, что
много препятствий по пути, если цель невысока, то споров нету никакой борьбы. Как можно посмотреть в какой-то в ювелирном, точнее, в дорогом ювелирном магазине покупателей очень мало, может, один или два зайдет за весь день, а в каком-нибудь продуктовом магазине постоянно очередь. И так много этих покупателей в продуктовых магазинах, но в ювелирных магазинах очень редко покупатели заходят, но там такие сокровища продают, и там, где есть такие сокровища, нельзя ожидать, что тысячи людей будут идти за ними. Когда Сидхартха Госвами Махарадж оставил свое тело, я хочу восстановить вашу утраченную веру. Я хочу помочь вам вернуть вашу утраченную веру в Гуру Вайшнавов, и поэтому я говорю это предисловие. И вот Сидхартха Госвами Махарадж, он собирался оставить свое тело в течение нескольких дней, и вот Гурупад Падма пришел с читанием Гаудиматхам в этой проповеднической группе. И вот Гуру Махарадж, он плакал, когда проходил мимо. И вот он решил зайти к нему, и Сидхартха Госвами Махарадж, его младший брат в Боге, и Мадхава Госвами Махарадж, Шрила Пури Госвами Махарадж пришел гораздо раньше, но все же у него было такое уважение. И вот они пришли, приехали на электричке, и когда они высадились в Навадвипе, Гуру Махарадж, он подумал, сказал, что вы идите, а я в Сарасват Матхе зайду, я думаю, что-то там случится вскоре. И вот ему сказали, что сначала идите, переоденьтесь, отдохните и прочее. А Шрила Пури Госвами Махарадж сказал, что нет, я сначала зайду туда, чтобы навестить моего брата в Боге. И вот он пошел встретиться с Сидхартхой Госвами Махараджем, и Сидхартха Махарадж был болен, действительно, и Гурупад Падма принес ему полный распростертый поклон и начал молиться: «О, Сидхартха Махарадж, вы оставляете нас, и, пожалуйста, оставайтесь с нами». И вот он плакал, как ребенок. И вот смотрите настроение Вайшнава. Пытайтесь понять, каково его настроение чистого Вайшнава. Когда Сидхартха Госвами Махарадж ушел, Гурупад Падма плакал, как ребенок. И никто не мог остановить его от плача. И таково его настроение. Я не могу нарушить всю систему, поскольку наша парампара, наша связь с наставнической преемственностью, все вайшнавское общество в мире, оно связано, их духовная связь едина. Я люблю всех, у меня нет враждебности ни с кем. Они все наши братья в Боге, почему мы должны спорить с ними? Но чтобы исправить Сидданту, это указание Гуру Варги, я должен делать это. Это умонастроение Гуру Вайшнавов, чувство разлуки. Почему я объясняю все это? Чтобы прийти к этому заключению. Такой же вопрос был спрошен Махапрабху у Гайрамананды, что какое самое тяжелое из горестное из всего горя. И вот я подобно математическим формулам, я сейчас покажу ответ на этот вопрос. И поэтому я говорю об этом предисловии очень обширно. И вот каково же самое горестное все его горя. И вот говорится, Рамананда говорит, что разлука с Вайшнавом, она самая болезненная, самое плохое. И Махапрабху сказал: да, ты прав. И поэтому я говорю здесь, если вы не можете понять горе разлуки с Гуру и Вайшнавами,
то как можно перейти к теме Мадхавенда Пури. Этот Мадхавенда Пури почувствует Мадхур Вираху, такую огромную разлуку. Если я так сделаю, то можно подумать, что я Сахаджи, и без такого предисловия сразу приступаю к Рагануга Баджану. И вот смотрите, и вот там я расскажу о том, как, так как, насколько плачевная ситуация Мадхавенда Пури Пады, и какую огромную разлуку он чувствует, какое чувство в нем. И вот в этой шлоке описывается. Что я могу сделать, о Господь, я беспомощен. Шрила Прабхупад говорит, и Кришна Дас Кавираджа Госвами с вами говорит сначала, что вообще, если это чувство возникает в сердце Радхарани, это чувство явилось в сердце Радхарани, Радхарани сказала, о Мадхуранатх, я думаю, не осталось времени, я умираю прямо сейчас, ты можешь вернуться и успокоить меня, но никакое утешение не может утешить мое горящее сердце в разлуке. Ты можешь прийти и увидеть мое мертвое тело. И вот Радхарани говорит Лалите, что Лалита, повесь мое мертвое тело на дерево, чтобы Кришна пришел и увидел его. И вот смотрите, какое глубокое чувство у Радхарани. Сахаджи могут говорить о каких-то дешевых чувствах, чтобы обмануть вас. Но в этой шлоке. Описывается нечто другое. И вот здесь описывается такая крайняя степень разлуки. И вот говорится здесь, что если я могу увидеть твои лотосные стопы, то это будет спасением для меня, иначе. И поскольку чувство разлуки, можно подумать, что это какая-то философия, но знаю на 100%. Что у вас что есть такое чувство, но это не философия, это прямое чувство описывается здесь. Я могу привести пример одного бабы из Нандаграма, 18 километров, там, 18 километрах там Бабаджи Махарадж один жил, совершал свой прекрасный баджан. И однажды много преданных пришло и попросило его, Бабаджи Махарадж, мы идем получить даршан различных мест паломничества, как Дварака и прочее. И он сказал, ну езжайте. Точнее, его пригласили вместе с ними. Он сказал, что денег у меня нету, но сказали, что не проблема, все оплатим вам. И вот они поехали в Двараку и вернулся, когда и взял особые тилаки. Такие, как сказать. И вот он какие-то тилаки, татуировку поставил, но это нехорошо. Это Сахаджи только этим занимается. И вот он пришел к своему Шикшагуру, он сказал, что случилось, что ты так пал низко, как пал. Я в Двараке был, и вот он сказал, ну а теперь ты не можешь следовать Радхарани больше. И вот смотрите, насколько аккуратно Сиддханта, что просто тилаки сделал, татуировки тилаков, и его Шикшагуру сказал, что ты уже не
в преемственности Радхарани. Мы не можем принять тебя больше. И с тех пор этот Бабаджи Махарадж побежал к своему Баджакутиру, начал плакать, как сумасшедший, закрыл двери и без воды, без еды молился о прощении. И как он молился Радхарани, как же он может достичь ее лотосных стоп, он не мог потерпеть разлуки. Как Рагхунатх Дас Госвами, он молился, наш предыдущий ачарья Рагхунатх Дас Госвами, он молился таким образом: «О, Дая Моя, ты пролила свою милость на Кришну и также на нас. Должна пролить свою милость. Деви, пожалуйста, возьми меня к твоим лотосным стопам, я хочу достичь их». Рагхунатх Дас Госвами говорит: «И я, несомненно, твой, я твой. Я не буду жить без тебя, если ты не спасешь меня, будь уверен на 100%, я умру». И смотрите, каково его чувство. Если у вас будет такое чувство, вы не сможете вернуться к прежней жизни. Вы получили такое великое общение, и это великое общение сатсанга не позволит вам заниматься асатсангой. Это есть настоящая сатсанга, после которой у нас нет никакого влечения ни к чему другому. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он дал мне свое великое общение, что после которого нам нет нужды ходить туда-сюда, как сумасшедшие. И это ему настроение Рагхунатха Даса Госвами, нашего предыдущего ачарья, Прайоджанта Двача Ачарья. И вот сейчас тут Бабаджи Махарадж, он плачет, и постился, плакал. И после этого, через несколько дней, в Раджавасе подумали, что за проблемы, там Бабаджи Махарадж не видели его, зашел в Баджакутию и не выходит, что он там делает. И вот они стучили, стучали, никто не отвечал, они сломали дверь и увидели. С ног до шеи он уже сгорел в огне. Одна голова осталась от него. Он, и вот он уже сгорел в этом огне разлуки. Не все могут поверить в это, я знаю, но я могу привести пример в это, два могу вас туда отвезти. На это место я был там, это около Сурикунды где-то, где этот Бабаджи Махарадж сгорел в огне разлуки. Вы думаете, что баджан – нечто такое простое, как какая-то игра, но вы не понимаете серьезности баджана. Будьте внимательны. И вот сейчас я возвращаюсь к теме Мадхавенды Пурипада, какое огромное, сильное чувство было у него. И какое же чувство у него было? Чувство Радхарани, оно как-то явилось в сердце Мадхавенды Пурипады. И он говорил слова Радхарани. И вот Кришнадас Кавираж Госвами говорит, по милости Радхарани это явилось в сердце Мадхавенды Пури. И вот Мадхавенда Пурипад так, он чувствовал, что он во Врадже, и Матхуранатх Кришна ушел. И глубокое чувство разлуки. Вы не можете, он не мог жить больше. И это глубочайшее чувство разлуки. После, и он сказал такие слова: «Мы слышали, что ты самый милостивый, но как ты можешь явить такое поведение, оставил нас и ушел в Матхуру? Как мы можем жить без тебя? Ты не думаешь о том, как мы будем жить без тебя. И когда ты уходил, ты пообещал, что ты вернешься скоро, но мы не надеемся, что ты вернешься. Мы бедные
деревенские девушки гопи, у нас нет образования, а там ты можешь найти прекрасные гопи, которые очень образованы в различных областях. В Матхуре там много образованных людей, но мы не столь образованы, и какое служение мы можем сделать для тебя, может, по этой причине ты ушел. И вот гопи говорят так, но те гопи, они разве они не образованы, они больше образованы, чем Кришна. И разве действительно так? Кришна не совсем образован. В Раджа-даме мы говорим «Гаурия». Это те пастухи. А для Кришны «Гаурия» называют его, что он бестолковый. А Радхарани, она самая образованная, и гопи также мне. Но все же, но они выражают такое умонастроение, хотя они не знают разве Писаний, нет, они знают, что суть всего образования исходит от Радхарани, суть всего учения. Даже Кришна, он учится у Радхарани в итоге. Кришна говорит так: «Радхарани, она мой господин, мой учитель». Вот в этой шлоке Кришна говорит, что я могу доказать, как Према Радхарани — это гуру. Это значит, что Радхарани — это гуру Према. Вот в этой шлоке говорится об этом, что я ученик Радхарани. Когда Радхарани говорит мне танцевать, я танцую по ее желанию. И вся. И вот когда к Радхарани приходит Кришна, он буквально теряет свою личность. Кришна говорит, до тех пор, пока Радхарани рядом со мной, я Мадан Махан. И до тех пор, пока Радхарани рядом с Кришной, с левой стороны, он Мадан Махан. Но когда Радхарани оставляет меня, то я Мадан Махита, а Пракрита Кама, она захватывает меня, как кит в океане. И я умираю от этого, и это умонастроение Радхарани, Кришны, точнее. И вот мы должны понять значение этого Рагануга Рупануга Баджана, очень высокие мысли. И когда через бесчисленное число времени Шриданда Госвами Махарадж, он плакал и говорил, когда я могу прикоснуться к Уджвала Ниламани, я не знаю, насколько это высоко, я падшая душа. Шриданда Госвами Махарадж говорит об этом таким образом. И какие-то глупцы, они стремятся попасть в этот огонь. То есть глупцы идут туда, куда ангелы ступить не смеют. И если вся сокровенная суть всего будет открыта для всех, но почему тогда Госвами все сокровенные темы Рагануга Баджана они поместили в Грандха Самадхи? Джива Госвами потом решил сделать так, что во всех 14 мирах нет никого, кто мог бы понять любовь к Кришне. Они будут извлекать из этого какие-то отвратительные заключения, поэтому лучше все эти книги мы погрузим в Самадхи. И как я могу сказать, что это открыто для всех после всего? Если кто-то не может поддерживать чистоту постели, например, и всего остального, Парамахамса может спать и в одном месте, и там все совершать баджан. Настолько чиста его постель никогда не оскверняется, поскольку в их сердце Кришна. Они могут проснуться,
обрызгаться святой водой и начать харинам повторять, но как ачарья, они показывают нам, что делать, что нужно принять омовение, переодеться и начать харибаджан. И таким образом Гуру Вага никогда не учит нас пути сахаджи. И вот Мадхавинда Пурипад, он говорит так, о чувстве Радхарани. И вот если мы думаем, что Радхарани и все гопини не образованы, то нет, они знают все. Они ни разу не знают, что Кришна — Верховный Господь, они знают. Если они знают, то Расататву они не могут утвердиться в Расататве, если бы они знали. Если они знают, что Кришна, он сверхдуша, но это против Расататвы. Но Джива Госвами Пад, он решение приводит этому у людей. Все гопи, они очень образованы. Даже они могут удаве дать урок и самому Кришне. Кришне, завтра я буду говорить об этом, как они получили удаву и Кришну, но все же они говорят, Джива Госвами Пад говорит, что они знают все, но... Мы знаем, наверняка гопи говорят, что ты не сын гопи. Ты Акхила, ты сверхдуша, параматма. И как они обрели любовь к нему прямо. И это уникальный случай. Они знают все, всю татву, но все же это... То же самое, что и не знать татвагьяна. Татвагьяна есть, но в пассивной форме, что они не могли, что это не беспокоит расататву. Конечно, они знают, это вся татвагьяна находится в них, но у нее нет силы влиять как-то на расататву. Расататва настолько могущественна, настолько влиятельна, что она подавляет собою все остальное. И вот Кришна. Разве он не знает, что он Верховный Господь? Но все же из-за влияния, во Вриндаване, когда Кришна играет с гопи в Раджавасе, он является лилы человеческого существа. И вот когда отец просит его принести его тапки, то Кришна на голове несет его тапки. И говорит, вот, пожалуйста, принес. И это ума настроение Кришны. Кришна хочет любить вас, служить вам. Не все знают сердце Кришны. Я могу показать, как Кришна и гопи, они приняли урок от этих гопи. Они знают татву на 100%, но из-за влияния расататвы она подавляет всю эту татвагьяну, поскольку према, она подавляет все остальное. Према, она делает так, что она буквально сводит их с ума. Они не могут вспомнить, что Кришна, что Кришна, Кришна, он ведет себя как обычный человек. And I also don't know, have no information of what is going on among us here. Then who knowing? И кто же Верховный Господь? И вот в этой шлоке говорится, что Кришна не знает, что происходит, и гопи тоже не знают. А почему? Из-за того, что према имеет такое волшебное
влияние, что они не знают, что происходит, а кто это, делает все йога майя. Все делается с помощью йога майи, согласно желанию Кришны. И вот йога майя организует ситуацию так, что вся эта рассалила, она приполняется чувствами. И вот йога майя организует время и ситуацию, но это материальное время не применимо там в духовном мире. Там трансцендентное время, настоящее, прошлое, будущее. Мы тут в этих терминах оперируем, но в трансцендентном мире там все трансцендентно, и математически я могу показать, что у вас нет ясного представления о вашем настоящем. Что такое настоящее? Как это определить? Я научный ответ могу дать на этот вопрос. Если на часы посмотреть, то уже каждую часть секунды настоящее, оно проходит, становится прошлым. Секунда, которая ушла из нашей жизни, это уже наше прошлое. И вот каждую секунду мы приближаемся к смерти, как во время осени все эти деревья и растения не скидывают свою листву, но не все могут осознать, что каждый день наша жизнь, она становится короче, как листы, которые падают на землю, и также наша жизнь, она приближается к смерти постепенно, каждую часть секунды. И мы глупы, что не понимаем этого, у нас нет представления о настоящем. Каждую часть секунды мы уже прикасаемся с прошлым. А что такое настоящее? Тогда нету явного, нету четкой идеи о настоящем. Но однажды, когда по милости Гуру Вайшнава вы достигнете того духовного мира, то там можно понять, что такое настоящее. Настоящее. И прямое осознание возможно только по милости Гуру Вайшнав и Бхагавана. Если Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакур даруют нам такое прямое осознание, то тогда я могу сказать что-то, чтобы дать вам намек. Если у вас есть способность, то вы поймете. Вот во Вриндаване после Бандары говорят такие слова. If you want to take more, or you go back, go away. In Vrindavan, those are. И вот на этих бандарах, на пирах говорят, что если хотите есть, сидите, едите, не хотите, то уходите, не хотите, то уходите. What to do? I'm giving you just indication, so that you can at least realize some positive points. Я пытаюсь дать вам намек, чтобы вы поняли о величии и значении премы, о великолепном чувстве Радхарани. И вот Радхарани говорит с болью в сердце, что сейчас ты ушел в Матхуру, оставив нас, поскольку мы недостойны. И тогда и там много образованных гопи, которые могут служить лучше тебе, может, по этой причине ты ушел от нас, но ты должен думать, что мы умрем без тебя. И что же делать каждую часть секунды? Как в этой шлоке описывается чувство Мадхавенды Пурипады, кто показал это, сам Верховный Господь Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, но Мадхавенды Пури Шри Чайтанья Махапрабху не было, когда Махапрабху явился. Но нет, смотрите, Махапрабху несомненно явился в его сердце. И поэтому он чувствовал все это, хотя внешнее сочетание Махапрабху
еще не являл своей лилы в то время, но все же он вечно присутствует. Он явился в сердце Мадхавендипури. И поэтому он смотрит и видит настоящее чувство Радхарани, чувство Гуранги. Настолько такая плачевная ситуация Гуранги, настолько сильна его боль разлуки. И вот он выразил это в словах, поскольку внутри Гуранги Кришна и Радхарани присутствуют, и поэтому мы получаем такое чувство, великолепное чувство, которое не было доступно в Двапар-йоге, нечто великолепное и непревзойденное, что явлено в этой Гуры-лиле. Это форма Радхаговинда, объединенная форма Радхаговинда, Гуранга. И поэтому Мадхавенда Пурипат имел такое чувство. Почему? Поскольку Гуранга, золотая ватара, явилась в его сердце, чтобы вдохновить, чтобы проповедовать Рагануга Баджан. Махапрабху являлся, но Мадхавенда Пурипат, он был его спутником, чтобы подготовить почву для его явления, как, например, если какая-то царица Елизавета, например, куда-то едет, то большой этот много сопровождающих, которые до и после ее идут и расчищают дорогу и все остальное делают. И также перед Махапрабху явился Мадхавенда Пури и прочие спутники, а после ухода Махапрабху Нарута и остальные. И вот Мадхавенда Пурипад, у него было такое чувство, как у Радхарани. И вот он говорил так, как будто чувство Радхарани было в его сердце с огромной болью разлуки. И вот он говорил, что ты, о Кришна, ты уехал в Мадхуру, и там эти гопи могут служить лучше, чем мы, но ты не думаешь, что мы умрем, не видя тебя. И такое же чувство Шри Чайтанья Махапрабху явил. И вот в этой шлоке Шикшаштаки говорится, что я вижу весь мир пустым, и ничего нет там. И вот в разлуке с Говинда я вижу весь мир пустым, и это чувство Шримана Махапрабху, если это чувство затронет ваше сердце, то тогда будьте уверены, что вы выживете на пути Баджи, иначе Майяна схватит вас за шею и сбросит вас. Не стремитесь к дурному общению. Если вы сообщаете, вы должны стремиться к сатсанге, к благому общению. Одновременно я не могу позволить вам после слушания харикатхи, сидя на вьясасанье, а обещаю вам, я принесу вам великое благо. Но если вы заняты сатсанга, то я не могу сделать это в уме, может быть, или физически, но вы должны принять решение, сделать или умереть. И такая решимость в жизни нашей Гурварги. И мы также хотим, я также хочу развить такое чувство. Если их милость будет, то это получится. Гехешу яятма жарати матсу, на прити юкта жавадарта шароке. Ванчарат Будрушки, Кепасанды Доша, Пасхитрани Павана Парушна.